тоже такое EMDR-терапия, в переводе это как переработка травмы с помощью глаз, с помощью движения глаз. Это новая, уникальная техника психотерапии и чрезвычайно эффективна при лечении эмоциональных травм. С EMDR-терапией можно значительно быстрее решить все психологические проблемы, и это быстрее, чем при традиционной психотерапии. Здесь можно быстрее проследить, когда долгосрочная память переходит в краткосрочную память, и у человека перерабатывается травмирующее событие, оно становится расплывчатым, человек чувствует себя гораздо лучше, уже и событие не такое особенное, и настроение поднимается, появляется хороший сон, появляется желание жить, работать, трудиться и строить планы на будущее. И вот таким образом работает эта система. Используем как инструмент. Вот у нас оборудование EMDR Kit. Вот это вот есть световая панель, в которой шарик, который двигается. И если раньше мы работали вручную, то бишь психотерапевт работал движением руки и клиент двигал глазами своей рукой, то сейчас это мы все делаем на световой панели. В световой панели здесь есть шарик, который двигается. Вот, и человек двигается глазами по этой световой панели. Кроме этого, если у человека проблемы с глазами, да, то пользоваться световой панелью, в принципе, неуместно. Для этого существуют автономные таперы, которые жужжат. Вот, и их можно также использовать в терапии, как и мы использовали световую панель. Также используется аудиооборудование. Это вот наушники. Они соединяются. Они вместе, рядом с собой, они соединяются. И можно работать также с таплерами и с аудионаушниками. Или же аудионаушники могут работать со световой панелью. Важно то, что этот инструмент, он помогает человеку, да, более быстрее переработать травматическое событие свое. И быть стабильным, уравновешенным, чувствовать себя абсолютно комфортно и хорошо.